Общение и движение – это жизнь, уверена Валентина Шметаева. Ветеранскую организацию она возглавляет много лет. Ежегодно все вместе ветераны отмечают праздники, ходят за грибами, путешествуют по святым местам. Это вот наша жизнь. И мы не чувствуем, что мы стареем. Мы всегда молодые. Участники ветеранской организации Советского района Самары активно взаимодействуют с районными властями, рассказывают о проблемах, высказывают свои предложения по благоустройству дворов, а также проводят большую патриотическую работу в школах. Они обсуждают не только проблемы, но и добрые дела, которые сами творят. Они рассказывают, что можно сделать еще для района, чем можно помочь городу. Это самое важное. Они становятся активными участниками строительства нашей Самары. Мы организовываем встречи со школьниками. Они рассказывают о своем трудном пути, о тех боевых временах, когда они воевали, трудовых подвигах. И, конечно же, дети, я же говорил, что они там учатся. После торжественной церемонии награждения в подарок гостям праздника концерт лучших творческих коллективов Дворца ветеранов. Лариса Шлафаст, Станислав Левин, «События».